5 осколки. А чё, Сэн, ты тоже идёшь в кино? Не-не. Что это, проверку въебал? Квазивер есть. Ну хули нахуй нам это Гера, блядь, давайте уже ебаш. У меня рестор Кирюха, и у него проходки нету. Ой, блядь. Опять нас. Проходки, блядь. Сука. Блядь, пукан горит. У меня лока забил, не вкатил, да? Я не знаю, у меня не заходит на его. Что значит не заходит? Получается, треп, смотри, на. У меня соединение разрывает. Может, там подтвердить надо место какое-то или что там надо? Хуйня все. Ну, проверь клиент, выйди еще раз. Еще раз? Блядь, сколько можно проверять? Да, я сейчас я попробую зайти. Я сейчас вроде не смогу. Где ник? Там что-то говорили, рун Ексе, может, скачать надо будет, типа. Такая же херня, кстати, да, не заходит. Ну. Ну. Зайди в Дискорд в их, они там писали проблемы, решение всей этой хуйни. Это не проблема аккаунта, это что-то у тебя. Так что, у тебя получилось зайти, да? Ну, я сейчас попробую. Да сейчас зайти там можно, он заходил на аккаунт, его просто выкинуло. Так, Ctrl-C, блядь. Ctrl-V, блядь. А у тебя груди нету аккаунта? Ну, у меня заходит на его аккаунт. Сейчас попробую еще раз проверить. Это ты нашел Элема? Да, да, 15. Годится. Надеюсь, он не тупой. Он, наверное, тоже не знает, что Т8 продается в ОД, да? Приемлемо. И крафтовый шмот, нахуй, за 2000. Ебать, у него тут бинды. Я хуею, бля, щит на букве С. Я понимаю, нахуй. У меня на Х щит. Слушайте, а что, на буквы можно забивать скиллы? Нет. Q, B4, B, блядь, C, Shift E, Shift F, просто E. И это все бинды установлены на первой панели. Я хуею, ебать тип нахуй. Женек, ты что не знал, блядь? Это просто он с доты первый на инвокере играл всю трассу, походу. Походу, да, блядь. Пианист, блядь. Это на нем, блядь. Знал, я заебал, я его просто рофлил. На Е и на Р, больше у меня ничего. Женек, зная тебя, нахуй, можно подумать, что ты не рофлишь, блядь. Ты ж специалист, нахуй, блядь. Кстати, блядь. Тут на нем, блядь, на литературе ОД есть и шмот не куплен. То есть на него можно два куска Т8 въебать, нахуй, он вообще машиной, нахуй, будет. Давай, конечно. Блядь. Ну, знаешь, еще можно комбинации кнопок делать. Нет, я не знаю, про что ты сейчас не говоришь. Это только штаях неподтвержденный. Да. А что, за ОД нельзя шмот покупать? Это вроде вообще ничего не делать. Сейчас попробуем. Значит, надо... Ебать, на кнопке, на мышке у него бинт стоит, ебать, когда этот масс диспл. Сейчас попробуем купить. Надо со своих кусок покупать. А, нельзя, покупать. нельзя. Ты вендор просто открыть не можешь. Не, вендор открыть могу, купить не могу. А передать ему в обмен можно шмотку? Не, да, можно. Нет. Можно, но он не может. Ему можно дать, он не сможет. Ну вот типа скрафтить ему передать. Не, типа он хоть шмот-то сможет ролить, ебать. Да сможет он ролить. Хау, ты заходишь? Клиент еще раз проверяю. А. Закрой его полный, запусти заново, через админа. Никогда такую хуйню не затянулся. Так, давайте в Дискорд переходите. А, хотя нахуй, я вообще сам дам Дискорд, просто этому шаману его перетяну, блядь. ОКМ что-нибудь закроем? Да закроем, утюга закроем, робота закроем. В принципе, Фрей не сможем, наверное, да? Да хуй знает, я думаю, сможем. Там же что, меч нужен этот ебучий? Он, кстати, ни разу не падал. Хули там мочь, нахуй, там один рекаунт сюда задамажит, блядь. Спрей, да, меч нужен на ФДК, нужен, а то один танк. Да там одноручный. Все равно падло, просто тебя не было.
Я бы забрал бы на ДК. У меня на варе есть этот меч. А мораль на ком? Мораль на ком? Нет, я про одноручный меч, а не, блядь, с робота. Я тебе говорю, блядь, у меня на варе нахуй есть меч с Фреи. Прием. Нихуя не понял. А чё, мораль на ком в рейде? А не на ком. А, я думал в рейде. Я просто тут решил подслушать вас. Нахуй обо мне разговаривать. А Бруньков это кто, блядь? Лишник. А, это какой-то Ханс нашей гильды новый. Блядь, надеюсь, он не ну. 220-й вроде. Бруньков, ты в 10? Так мы где сидим? 10-2. 10-2. Все, я шамана перетянул. Ну, Бруньков, оказывается, нет. Ой, блядь. Я ему написал уже. Что, есть кто-то около инста? Суманите уже. Я возле инста стою. Возле камня, точнее. Получилось, Саня? А, нет, опять сидеть все равно разорвано. И опять, короче, ну, типа... Сделай эту хуйню, которая написана, блядь, в Дискорде, Сирус. Это у тебя какая-то хуйня с компом. Привет. Так, подождите, а как... Ну, все же ж нормально, блядь, играются. Подожди, пойду я полетку куплю. Как я подлечу. Этот хаос к себе зайти может или нет? А? Ты к себе зайти можешь? Никому не могу зайти, у него разрыв соединения. Да, разрыв соединения. А ты, Саня, на много аккаунтов заходил или нет? Ну, не знаю. Ну, в сумме сколько? Больше 20? Ну, да откуда он нахуй, блядь? Нет. Если у тебя на твой окно заходит, то подключись через мобильный интернет. Попробуй. Типа, не через... А я не знаю, получится мне так или нет. У него там на какие аккаунты он заходил, блядь? Там на 3-4 аккаунта от силы, блядь, и все. Ну, какой на груди заходил, блядь. А на X2 заходит у тебя, посмотри? Я на 10 аккаунтов заходил, парни. А, на X2 зашло, слышь? Ну, тогда ребутни модем, либо, типа, зайди с мобилы, а потом обратно на комп переключи. Полёточку я изучил, ебать, минус косарь. Я у шамана пуха 232 с дыркой. Ну это с этого, связок со схема. Нормально. У Владимира такая, она один нашего раз падала. Кота космополитана, кольцо острова нахуй 232 нахуй. И триньки просто бисовые с посохом. Вообще не везет чуваку чисто. Ничего, сейчас повезет. Бля, тебе тринька нужна, да? Рекаун. Что, активировали? Ну пойдемте чистить сейчас. Мне тринь. Нужно все. Я вижу, ебать. Садись. Мы тебя на прошлом КД одели, поэтому все. Иди фарми одны. Волшебник, Арсен, садитесь. Поехали чистить. А что поехали чистить? Нам будет суммонить этого. Ну, литературе стойте суммонить, а мы втроем почистим. Пуль стоять. Как время проебали. Так вот, а ренегат или у вас дуэль, я нихуя не пойму. Женек, за хиль космополита, там сейчас пизды отхватят, блядь. Ну вот я сейчас мобильного захожу. Меня слышно вообще? Да. С мобильного вообще не алло. Бля, это сейчас реально из-за того, что типа я заходил на много аккаунтов. Я ебатернул. Сейчас все зайдут и Бруньков разберемся.
В Дискорд зашел? Браком, да. Вижу, вижу. Попробуй терн-атрибут. Когда наша десятка будет, я не знаю, когда наша десятка будет. Вторник или среду, когда мы там ставили? Среда до Пронус льды, во вторник будет десятка. Видишь, Егор, где десятка во вторник. Вы приближаетесь к башне Фрей. В ней содержится сила. Напишите сразу пуку. Или поставьте событие. Бля, не, это херня какая-то, мне не заходит. Какие башни, мы хрен делаем. Блять, Саша, я тебе 20 минут назад сказал, зайди в Дискорд Сируса, там так написано, уголок не проверил. Да, блять, почитай, что там написано, скачайте ран, иксе, хуйсе, блять, вот эту залупу, блять. Так у меня даже не заходит через, блять, даже без этого, без лауча. Ты меня слышишь? Нет, что там написано в Дискорде Сируса? Где этот ран, иксе, скачать, я вообще не ебу, да. Еще можешь модем перезагрузить. У меня кабель интернет, какой модем? В смысле кабельный, блядь? Ну, в смысле кабель в компьютере, нахуй? Ну, а модем же есть у тебя в квартире, нет? Нет у меня модема. У тебя нету Wi-Fi в квартире, блядь? Нет, нахуй мне Wi-Fi, блядь, у меня в телефон или компьютер. Ну, а откуда у тебя идет кабель-то? Блядь, с щитка, ёпту. Хуясь. Кабельный интернет домашний. Возьми и перезагрузи потери. Нахуй тогда компьютер. Перезагрузи. Тебя, блядь. Компьютер, блядь, это пиздец, компьютер я делал ФК. Нет, перезагрузи компьютер, если у тебя, блядь, не статический IP, а динамический. Оно после перезагрузки меня... поменяет. Нет, у меня динамический IP. У меня не меняющийся. Ну, динамический это меняющийся, статический это один и тот же, блядь. Ну, наоборот, нахуй. Короче, у меня не меняющийся IP. Я не знаю, где ты, блядь, качать этот нахуй лаунчер, вообще не ебу. Внимание, для корректной работы клиента обязательно обновите. Возможно, полная его проверка. Или загрузите новый RunXS с нашего сайта. RunXS, это значит тебе новый лаунчер скачать. На сайте Сиру заходишь, нажимаешь начать играть и лаунчер скачать. Я отвечаю, что это дело в том, что типа на Акетов я заходил. Это все дело, блядь, в сервере. Я уверен. Блядь, у меня предлагает. Я заходил на 10 аккаунтов, типа. Ты вот на этот новый АК заходил, и тебя после этого сразу да, выкинул. После этого прям сразу начал выкидывать. Ну, у Докраса также было, типа, ему написали, что у него бан, типа. И ему скинули, типа, какие АКи надо, чтобы подтвердить. Охуеть, вообще, блядь, не встать. На сколько ты аккаунтов заходил? Да я ебу, я, блядь, играю на эту серверу 10 лет, нахуй. Да при чем тут 10 лет? Сейчас на этом сервере, блядь. Они пишут там последние где-то человек 10, наверное. Ну, ты на какие аккаунты заходил? Ну, на свой, блядь. У тебя смекалка и приз на одном аккаунте? Да-да, на одном. Ну, а еще? Что, ты еще 9, на 9 аккаунтов заходил? Выезжать, блядь. Да, жиро. Ну, я не знаю, все, я скачал новый клиент, а так же выкидывают. Вы, женек, блядь, не стой. Женек. У меня Леша скинул почту эту, ты, может, на почту зайдешь, подтвердишь? Женек, блядь. Ну, если, ну, давай попробуй, подтверди, попробуй, нахуй там. У меня не зайдет, это, блядь, Mail.ru ебаный. Ну, блядь. На этом сервере, на какой? На груди заходил, ебать. Все, ну. Все. Так. Пароль вот. Напиши на форум, они скажут, банят или нет.
Да какой, блядь, бан? За что нахуй? Заходи вот на мыло, подтверждай. Сейчас. Да нету никакого бана. Как реаккаунт. Если ты не скажешь, типа, нахуй, ты все подтверждаешь, это дурачье бана, это ебанешься просто, да. Ну, они пишут там именно какие аки надо, чтобы... Я понимаю, но понимаешь, там могут быть аки, блядь, людей, которых так уже, блядь, нету в помине, блядь. Так это надо в личный кабинет заходить. Подтвердить, там придет письмо. Нам его. Так даже на мой не заходят, понимаешь, аккаунт? Это даже дело не в этом, не подтверждение. Я, кажется, не, попробую. Не, а в личный кабинет заходит? Да. Вот в личном глянь, что там. Ничего, блядь, не заблокируем. Это что-то с сервером, может. Что-то с сервером. Ты сходи, ну, блядь, зайди на форум. Иди на почту, подтверди. Сейчас зайду. И в личный кабинет зайди на сайте, нажми, чтобы, блядь, подтвердить. Это обжорство в Дисе. Где-то. Кью, вот это ты, да? Да, блядь. Я там обжорство написал в это в ГВП. У него КД нет на 10. Не знаю, пойдет он, нет. Кто это такой, блядь? А, это Ренат. Девка это. Блядь. Я не знаю, девка это или нет. Девка это Рената ее зовут. Та, которая друидом с вами ходила в 25-ю. В смысле, девка. В смысле, девочку зовут Рената, блядь. Она ходила с нами эрдру. Обжорство это ее второй перс. Что непонятно? Не, мне просто. Он пишет зашел. Я поэтому хуй знаю. Девка это или нет. Пишет. Пишет неверный пароль. На чем? На почте. А, вон Регина. Черегина, Черената, я ебал. Регина тут? Попробую такой пароль. Что за Регина? О, это зашло. Ой, блядь. Ну сотка РП считаем, блять. Как вы знаете, у меня ад подтвердилось или нет? Зайти. Зайти на него. О, у меня на мой зашел. Ну-ка, сейчас попробуй, мне выкинь, нет? Женек, ну, 7-8 это, блядь, триня наносит. И от того, что у тебя сотка арпа залетает, ты тоже, соответственно, наносишь больше урона. Поэтому в общем зачете около 10%. У меня получается, я захожу на аккаунт, у меня прям секунда, я даже не успеваю прогрузить Долорана, меня сразу же выкидывает сервер. Ну все, пиздать. Наигрались нахуй. Слава, пиши этой бабе, короче, блядь. Какой бабе? Кто она здесь уже? Я в охуях, нахуй. Напиши на форуме. Ну, типа, у меня такая же хуйня была, но это из-за того, что IP я менял. Прям ребутаешь, и оно нормально работает. Но видишь, у тебя с мобилы тоже не заходит. Значит, скорее. У меня с мобилы вообще не, типа, не заходит. Ну, то есть, сейчас попробую еще раз. Стой, дожди. Попробую еще раз. Сейчас даже... Там интернет не подключил. Кое что сделал. Да, ассист, Кирилл. На впате. Выйдите кто-то на камень. Ну вот, типа... Мобилы.
Ну, если я Телгалон убивал на прошлом. Маваре. Смотри, у меня просто пишет вход на игровой сервер, и все, и пиздец. И бесит. Один на камень, выйдите быстрее. Крось маленькая, может, подожди. Нет. Крось у меня как раз таки эпизическая. Рыба есть у кого-то, кто-то может ставить? А, вот зашел, кстати, с мобильного нока. Жорка, кажется, может ставить. У меня там штук 10 лежит. CC Tools, скачай и поменяй IP. Ну вот, я сошел с мобильного, тоже сразу же выкинул. Ну да. Ну, значит, это АК. Садитесь на маунт. Женек, давай бодрей, пошли. Если мне сейчас скинут аккаунт, который уже, блядь, поменен, владелец, не смогу свой аккаунт разбить, это будет фиаско просто. Я буду благодарен вам за это. Тебя, блядь, как робот рассажешь, ты через мобильный интернет? Нет, что обычно. Что владелец? Я говорю, если сейчас они скинут, блядь, аккаунт, чтобы я подтвердил, блядь, ну, владелец которого, нахуй, уже в помине, блядь, не существует. Это, я не разблочусь этот аккаунт, это будет фиаско, да. Прямо настоящий. Я охуя. Почистили все, да? Да, там у Левика. Хорошо. Регина, она не это. Он не в игре. Ты, типа, пишешь в игре. Выйдите, пожалуйста, все из инста. Давай выйдем все из инста. А чё вы, Кирилл, ну, две остановки не делаете? Оно же легко падает без всяких бафов на хп там, блядь. СЦ. Это же несложно. 4 ДДшника. Два рулят, 4 ДДшника. Одни первые летят, другие вторые летят. Мотоциклы просто стоят. То есть, так же четко играть. Вышли все? Да. Так. Сдох, сядешь со мной, тогда колчедан потягаешь. Не будем закидывать? Да я думаю, нет. Хотя можно, блядь. Давай тогда так сделаем. Авер, сядешь со мной, я тебя закину. А Дох с тобой пускай сядет тогда этот Рога Артстайл. И да? Закинем их и сделаем по-быстрому. Одну остановку въебем, мы его закидаем так нахуй. Все, пал. Заходите все в инст. Что-то вам не получилось, видимо, уйти, они вернулись. На территории зашел и вышел. Прям секунду нахуй, сразу же выкидывают. Я не знаю, я просто проверил лаунчер и... Всё. Всё заебись стало. Так, я сел. Так, волшебник со мной. Я жду этого. Секретную рогалику. Пополняй энергию. Пополняй энергию. Сейчас я с рогаликом. Всё, я полетел. Куда садиться? Мельков, садись на мотык. И шаман, садись на мотык тоже. Заезжайте все за линию. Сейчас, Никит, подожди. Алло. Что там не так?
косты обязательно сбивайте. Потому что что-то хп, блядь, 400 тысяч мало, блядь. Так, все были готовы. Осадные машины пуляйте. Поехали, стакаем сразу. Вторая осадка, в жопу ездишь, косты сбиваешь все. А чё у нас обычка, бля? Чё у него хп так мало, бля? Почему? Чё? Бафы, бафы на нем есть вроде? Ну бафы да, есть. У него 20 тысяч, 20 лямов. Да, я вижу. Ну у него где бафы на нём есть? Может баг какой-то нахуй. Ну, Спирус получается, блядь, радует нахуй. Я вижу, что он вздыхает быстро. Ну я ж смотрю, что у него 14 лямов хп. А нормально, бля, Сирус, блядь. Рекорд нахуй. Ну-ка, рекорд, чё в луте, чё в луте? В луте, но сейчас увидим, чё в луте. 26-я есть, есть 26-я. Да, ну, ебать, нормально, пацаны, блядь, новый рекорд, нахуй, 20 секунд убийства утюга в хейме, алё, блядь. Ебать. Ебать тапки, кстати, сэк. Так, это я забираю, это забираю, потом там разберемся в конце. Триня с монорегом нужна кому-то? Ролите сразу. Чистая хуйня. Если нужно кому-то на офспек, шаман. Рольте все, кому надо. Не надо? Я тогда, блядь, отдам этому. Таксиген. Все, держи. 10 раз уговаривать не буду. Еще вторая триня. Меткость, сила атаки. Рога, рекаунт. Космополит. Рекаунт. Рекаунт, держи. Все равно, блядь, не получается. Так, перчатка кожаная с критом. Космополит на успех надо, нет? Ну быстрей. Держи. Что, робот не разбирается вообще? Разберите его кто-то, блядь. А мне не надо, я не могу там 15. Ну все, значит забей хуй. Полетели дальше. Сразу, блядь, этот трэш ебашим лево-право. Давайте Астаркрылы тоже пизданем, там Триня с ней нужна. Игниса там потом, если что, к нему вернемся. Это был красивый робот, мне понравилось, ебать. По технику играем, ставить все кучно, чтобы они там ни в кого не чаржились. Через техника. Каска, а, да, крипа не было. Выводи из-под купола сразу. Я вывел, вывел, по идее. Техника добивается. Что, пойдем Астаркрылы сразу, значит, или потом забьем в 9, когда все уйдут? Да, блядь, не знаю, как хочешь. Можем сейчас пойти пиздануть. Там 2 минуты, блядь. Там пиздануть 3 или 2 минуты. Ну давай трэш дочистим, пойдем. Да, держи. У меня просто его нету, поэтому дам, Женек. По так. Технику играем сразу. Каст, блядь, не могу. Что шагает? Что это? Пойдем сразу Астаркрылу сейчас потушим. Сейчас еще, блядь, этот... пати переделаем чуть-чуть. Этому мана не нужна, этому мана не нужна. Мне надо, этому надо. Вот так. Так. Пейте ману сразу там, бафы проверяйте. Войд по всем каску. Волшебник, кричишь на АП, получается. Сейчас инту бахну. Да, кстати, столик надо.
Рыба есть у кого-то? Десяток есть. Ставь. Кушайте рыбу все. За столик. Да, сейчас. Сейчас рыбу даем. Возьмите себе там сразу хавчик, если кому-то надо. Так. Все, все готовы. Надо даже фласочку выпить, блядь, как я мог забыть, алё, блядь. Опа. Так, я там, если что, посажу её. Что ты хочешь? М? Ты заебал, ты когда научишься фласки покупать, блядь? Сань, ты тут? В чём проблема купить сразу стак нахуй себе, чтобы голова не болела, блядь? А что, типа, если вот хуйня с этим, ну, из-за того, что, типа, много аккаунтов, она же, по идее, даже на сериал будет заходить. У меня вот X2 работает. Нет, она только X4. Еру дали. Пишите с почты, которую указали при регистрации аккаунта. А у меня почта, это не моя на этом аккаунте. На каком? Еще пиздец. Типа, моего пришива. На этом аккаунте, на котором я играю, ну, на блядь. В смысле, там, где у тебя хант и прист? Да. А нахуя ты, блядь, на чужом аккаунте, блядь, играешь? Это, блядь, почта, блядь, моего, блядь, одноклассника, блядь, 15 лет недавно сина. Потому что, типа, ну, вот так вот, нахуй. Мне, чтобы, типа, что-то сделать, ну, нужно, с ним, типа, с ним связаться, потому что подтвердить, ебать. Я так-то с ним давно уже не общаюсь. Прикольно, блядь. Ну ты ее как-то при регистрации указывал, у тебя же есть от нее края, блядь. Ну типа, блядь, почта у меня есть, ебать, но как я с нее напишу? В смысле? Ну почта у меня есть, как я с нее напишу, ебать, ты себя слышишь? Блядь, я тебе говорю, у меня тут нету, не пароля, то есть сама-то почта, я могу увидеть ее в этой, блядь, в профиле. А на форуме как пишет, блядь, сообщение с другого мыла? В форуме, на форуме, блядь, пишется вообще-то сообщение с аккаунта. Я не пойму нихуя. Ты регистрировала когда аккаунт? Ты же на почту заходил, подтверждал что-то, блядь. И я тебе повторяю еще раз, этот аккаунт регистрировал не я. Почта здесь не моя. Мне, чтобы подтвердить аккаунт, я пишу корешу, блядь, с которым не общаюсь. Значит, пиши корешу, блядь, а что делать? Чтобы он писал со своей почты, блядь? Ну пусть он тебе почту даст, блядь. Запускать форумы, напиши типа с аккаунта, что ты не можешь зайти, они тебе скинут какие аки подтвердить на форум. Я написал уже на форум, они написали, что типа, блять, пишите на мыло с аккаунта, на котором проблема. Типа на инфосирус издать, занимайся, чистая хуйня, ебать. Аккаунт просто прибыл из-за проблемы. Какой хуйней, ебать, занимаюсь? Так о чем проблема, блядь, самому мыло зарегистрировать, блядь? Потому что, блядь, этому аккаунту уже, блядь, 10 лет, на нем, блядь, ипка 4, все хуипка, нахуй. И все мои пирсы, нахуй, на всех реалмах. Ох, ебать. Значит, пиши кенту, блядь, в чем проблема? Напиши челу и все, в чем ты мучишь. Кому написать? Ну, этому челу, чьи акты, и все, какая разница. Так, при надевании трубы. Время завязать плохо у тебя еще. Знак.
Пояс нужен кому-то? С духом скрытом. Нужен пояс? Нет, у кого есть энчант? Я уже отдал таксиген. Давайте еще вам, блядь, ебашим. Пейте ману. Фу. Надо тотем от сил природы, чтоб стоял лев. Потому что будет тяжело хилить. Да, с таким ДЦ вообще похуй. Ну, как хочешь. Исту тогда по ханту заряжай или по роге, блядь. Поехали. Бурсты сейчас не отдавайте, под как переведем на хм, тогда, бля, будем хм делать. Внимательно за метками следите. От пару шагов назад мили кидайте, там будет все нормально дамажить. Вышел. Сердце упало, гиру дали. Тигеры нет, ладно, так переведем, похуй. Просто бурсты, фласочки. Все, перевели. Мобов слева отстреливаем. Все, по боссу играем. Смотрите внимательно за метками. Космополит. Далеко убегаешь. Искру как бить миликом? Ближе, ближе, ближе. Там 8 метров. По искре поехали все. Все искру бьем. Меня не проебите. Я попробую сейчас блинком аккуратно выпрыгнуть, конечно. По боссу играем. Опять с нас в космополите искра. Сейчас через 2 секунды выходит искра. Все сразу в искру. Поехали по искре. Таксиген. В конце как 2 секунды остается или секунда. Тучку нажал, вернулся в рейд. Четыре секунды, искра. Кош рано даешь. Ладно, похуй, по боссу играем. Через 4 секунды будет искра. Поехали искру резко. Слава, опять на тебе, отойди назад. Искру. Искру, 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 быстрей. Хант, выпрыгнешь потом там аккуратно. Считани его. Угу. Все, добивайте босса. Не нажимай кош, ничего, просто отбеги, чтобы никого не дамажил лишних, и все. Добивайте босса, а сейчас потом останется искра, убьем ее. 100к у босса осталось. Дох, выйди, служи. Здесь чистая хуйня, блядь. Так, плечи надо кому-то? Плечи. Космополит, держи. Так, есть. Запы ролим. Чё же не тянешь? Да очень надо, блядь, значит. Запы. Космополит надо, нет, роль.
Или ты решил даже не пробовать? Так. Держи. Так, щит. Шаман там, холипал, я не знаю, кому там надо. Здесь уже такое. Надо, нет? У тебя есть же Шинчан, да? Так сдохни в луже, нахуй, если боль. И портанись. Этот, Женек, у тебя есть Шинчан? Так, Женек, держи тогда щит. Роли меч. Раз, два, три. Отдаю рекаунт. Ебать. Все, теперь, блядь, 20к будет давать. Так, а что, у него нормально вар идет, нихуя себе, он 225, блядь. Да, я вчера, блядь, танчил ему, блядь, Фрею ХМ, нахуй. 4 часа просидели на двух боссах. Кого бой, блядь, висит? От кого? Там оба вспулили внутри или что? Нет, от лужи. От вот этой? Да. Значит, зайдите в нее, сдохните. Я не знаю, что вы так долго не заходите. Зайдите все в лужу и умрите. На ком висит бой? Шаман, это тебя тоже касается. Рога, все. Зайдите в лужу и умрите. Там при входе есть портал, блядь, куда можно залететь спокойно и все. Залетайте все в вестибюль. Слава, ставьте сразу рыбу. Блять. Короче, без рыбы бой, блять, какой-то. Значит, тут кто-то стоял в комбате, блять. Бой какой-то. Он же просто так появился, блять. Я думаю, это был дох. По ремонтникам играем. В лужах не стоим, смотрите внимательно. Все, слетел комбат. Да. Под стеночкой идем. Блин, на фаером надо хотя бы хосты 700 нахуй иметь, блин, походу. Под ноги шаман, блять. А, 1600, блять.
Не, кстати, блядь, прокает этот прокси вот этот на 350 СПД по КД прям прокает, блядь. Служа. Не помогает, да. Что там не помогает? Да сами он пытается зайти. Рыбу поставьте. Я просто нихуя не пойму, как можно, блядь, зайти на 10 аккаунтов. Я не знаю, у меня типа 10 аккаунтов в быстром доступе есть, ну, через лаунчер. Ну, у меня, блядь, всего, нахуй, 2, блядь, и все, и пиздец, блядь. Нахуй мне 10 аккаунтов, блядь. У меня 2 аккаунта, 3 друга, 2 еще кого-то. И все не играющие. Так, делаем хэм-мод. Как обычно, маленький, средний, большой, мы в одного танка, поэтому хант и рога. Через трапу, соответственно, веером, шквалом, всей остальной хуйню, на пульте нормально, на ДКшника. И дайте там буквально 3-5 секунд. Насчет диспела какого-то, давай токсиген, что ли, напрягем, я не знаю, если ДЦ будет диспелять, будет нормально, нет? Хуярит. Я думаю, я не слышу. Просто я лучше хилить буду. Да. Танка диспелить. Дебаф. Забей, Женек, стой, дамаж. ТЦ под дисп. Полетели? Чек надо дать. Подожди, у меня макросы тут есть эти, блядь. Так. Я могу дать, ты... Штучка есть у меня. Что сразу 10? Давай 5. Ага. 2 нахуй, блядь. Ну 2 тоже перспективно. Нахуй все? Шаман, тотемы поставь, от сил природы интересует конкретно. Руна, да? Косты да. Сбивайте ему обязательно. В лужу зашли, дамажим. Каст. Сбивайте косты обязательно, блядь. Так, я это отдал? Кровь. Каст. Следующий сад. Так, мне надо будет щит с него пиздить, да? Да. Так, каст мой. Все, рейнджу набрали, РДДшники, вас касается. Друг от друга тоже. Зеро. Волшебник, я не помню, как когда этот каст будет, блять, щит, когда пиздить? После синий. А, перед синим. Ну сейчас попробуем. Сейчас. Вот он, гастут его, да? Да, да, да. Стань. Он не пиздится, блять. Ты спиздил все уже. А, спиздил? Значит спиздил. Я думал, на мне что-то появится, когда я его спижу. Ну, появился и сразу сбился. Не спизил, просто пройди спали. Хорошо. Прогдал. Геру, давайте. Поехали по боссу. На все бабки. Будет забирать кто-то? Нет. Хан забрал. Нихуя. Я забрал. Не забрал? Ну хорошо, все, домашки. Не забрал. Если шаруник прокать будет, я все забью. Так, энергетический удар, прожмись. Зелен пойду. Хорошо. Сколько время?
Это еще 30 секунд. Это не 30 секунд, 25. Так, Я думал, будет сложнее. Выйди с рейда, сразу дух. Выйди с рейда. Дай лут посмотреть. Да иди нахуй со своим лутом, блядь. Ну-ка, где ты? Тебе, блядь, стану. Так. Меч. Артстайл надо, нет? Иди сюда, котик. Так. Иди сюда. Токсиген, держи меч. Дагер. Вот это дагер, блядь, деду надо, нахуй такой, блядь. Хуя себе дагер. Ну, забирай. 20 секунд, рез. Так. Да, я посмотрю. Такое деду надо, блядь. Так, пояс кожаный с хостой. Надо? Косом полить. Ебать. Ты Амелюку открыл, что ли, блядь? Ключ рольте все, кому надо. Надо. Такое надо. Мы на открытии вот десятки статиком залетели. Первого, с какого старта? Кому нужен ключ, рольте. 10. Прохилите меня, пойдем трещить. Короче, я выиграл. Подходите туда, агрить этих троих мобов, блядь. Ебать. Я как знал, нахуй, что лики судьбы не надо выкидывать, нахуй. Они, блядь, мне пригодятся, нахуй. Женёк, у тебя есть треги? Можешь чернуть мне сразу пуху? Сколько тебе осколков надо? Хватит, у меня тут все что есть. Контракты с хил. Там мне просто там 50 СПД черни. Хотя подожди, блять, у меня есть нахуй с собой, блядь, свиток черной магии, черну на него, ебать его. Так, Калагар. Что с него может выпасть? Вообще похуй. В Блуби похуй. Зрителям не похуй. Борода у него может выпасть по одной волосинке, пока мы пуляем. Там вообще нихуя не падает. Ну что за говно? Давайте, подтягивайтесь. Сейчас квест зададим 5 сек. Где нормально лут? А чё вам квест, блять? У меня ключ есть на уголовно. Хотите алголона? Ключ похуй. Просто, чтоб оно было, блядь. Да я потом, я потом всегда, блядь, забываю, нахуй. Можем пробовать, если пройдем боссов, приоденемся. Потому что по ДПСу с робота это мы не пройдем, кстати. Для алголона надо, да, ДПС пожестче, блядь. Хотя бы на косарик отказывал побольше. Кто четверочку там дает 220. Да, хантишка? Что-то хантик слабенький. Ну, 4000 на роботе как-то для 220. Что это такое? Сейчас тут еще буквально 30 секунд пиздежа и все. Лагард. Ты в прошлый раз, когда к пугам залетал, ты надеялся, что они убьют Алголона? Чел Нейрели даже тактику не знал. Ну все, почти. Вебс. Все, Женек, пошли. Мы его убили, да. Согласен. Мы его пошли пожарного не убили. Женёк, проснись, блядь. Ну нахуй ты там стоишь, блядь.
Ну не сдался, ебать его в рот, идем. Волшебник, у тебя танк есть? А кто второй танк будет? Сам будешь танчить, нахуй тебе тут второй танк. Ты не про этого босса. Где Женек? Бежит. Бруньков, а че у тебя нету крафтового пояса, крафтовых сапог? Дайте лапку, парня. Че я без лапки? 2500 нету или ОД нету? Полетели. Заходите все за калитку. Все готовы. Полетели. Поехали. В грудь играем все. Я уже ЛТшкой не промахнулся. Ренджу наберите чуть-чуть между собой. Дай-ка. Чтоб понимать, блять, в кого он глазами будет смотреть. Что, сразу на пожарного? Ага, на хуярного, блять. Слава, за тобой. В руку взял, руку бьем быстро. В руку сотку надо надамажить. Лишнего не бедишь. Стукан надамажили, отпустили, все, в грудь поехали. Все, в грудь. За шаманом бежит. В руку. 100к. В руку дали быстро. Каждому там, блядь, по 2 нюка буквально. Все, отпустил. В грудь играем. Хан за тобой. Оксиген. Руку, 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 руку. Поехали в руку. Все, в грудь. Топите руку просто. 100 000. Все, по руке дали, он сдох. Хуйня, пойдем дальше. Так, сапоги надо кому-то быстрее. Залупа. Крафтовые есть. Отдаю тогда таксигену. Я 158-го. Ладно, тоже я так понимаю, что он не нужен никому. 206-го взял за час прокачки одной профессии. Мобов соберите, а отойдите от них на максимальную ренджу сразу.
Давай, что там, готово? Подходите туда, пусть она чуть-чуть пройдет. Встанем туда, спулим ее с позиции, как обычно. Хант, Хант, говорю, шаман, обязательно тремор. Давайте. Пошли сюда за угол быстро, на лестницу. Давай. Быстрее, быстрее, в кучу все стали, тремор поставили, пока там поехали. Сокру дай, не умирай, блядь. Дай бабу ебану. Кучу стали все, быстро котов залили, потом по боссу будем играть. Давайте Геру, она откатится. Поехали по боссу. Тремор, тремор. Волшебник, косты ты сбиваешь. Кикнул каст я. О, хаут зашел. Не спеши. Так, котик выходит, сразу в него сейчас слава, длинный стан дал. Залили кота резко. Все в кота поехали. Там вонючие 200 каблей. И повел сразу, дох. Повел, 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 повел. Стали под ноги. Стали под ноги под босса, быстрей. Далеко, блядь, увел. Ладно, похуй. Стойте, да убейте. Я перебью. Все, все, все. Стали все под ноги, добивайте босса. Там до следующего кота мы ее постелим. Стан коту дали. Дали стан коту, добивайте босса. Сука, на ходе пройдем. Щит. Кстати, щит неплохой. На ходе пройдем. Так, голова. Короче, так понял, что мы, блядь, космополиту сейчас эрдру оденем за один рейд, нахуй. Мы ему с того оденем за один рейд. Так, космополит, держи эту хуйню. Щит. Не надо. У меня на протопале висю, но хпала надо, блядь, щит. Рекаунт. Честь, я не знаю, что вы видите. Пойдемте на босс. Я не знаю, что вы стоите возле двери, он моба уже, блядь, пол хп выбили. Так, ну с холлера что-то толковое вроде может упасть, да? Да, щит нахули пало. Запы критарп хорошие, оба щита и посох. Посох на тебя заебатый. Да, посох пойдет. Но я бы не отказался ни от штанов, ни от посоха, потому что штаны, блядь, у меня 200-е, нахуй. Я тоже не отказался бы от посоха. Штаны, блядь, и плечи. Вот это было бы заебомба, блядь. Да похуй, ну у меня, блядь, 219-я пуха бомжатская, блядь. Мне любая, блядь, пойдет пуха. Учитывая, что сейчас нету хорошей левой руки, блядь. Ну, можно мы на Игниса сейчас сходим, есть, конечно, шансы, что там левая рука упадет, но шансы невелики. А лучше пока убить. М? Лучше на других боссов пока идти. Не, это вообще потом. Блядь, сейчас... А буграм, не точись, Хант, пожалуйста. Ты видишь, что с него моба, блядь, выходят? Первый раз в ульде, что ли? Хочется обозвать его, да? То слово. А вот эти буграм и тучи, которые, блядь, есть, не топчите, с них мобы, блядь, выходят. Под стенкой сейчас плотно проходим, под левой. Мобов мы запулим. Это серьезное занятие. Да. Давай, 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 дух, не спать, пошли. Да, я всех жду просто. Плотненько проходим под стенкой, и туда мобов этих сейчас пулим, и дальше еще заходим.
Чтоб никто не вылетел, блядь, и не спулили этого здорового сзади. Плотней, плотней, плотней. Поднимайтесь еще. Еще, 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 еще. Вот тут останавливайся, дух, где я стою. И поехали мобов гасить. Дойти, встали все в кучу. Вот тут остановились. Каст, 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 каст. Каст убивается. Дайте на кулы, парни. Раз опять не сбивается. Кливайте просто это дерьмо, блять, и все. Так, все как обычно. Милики убивают двух мобов справа, РДДшники двух мобов слева. На месте не стоять, прыгать, как в Нексусе, блядь. И костер, хант, появится такой костер, когда мы этих мобов разовьем. Стоишь возле костра, стакаешь его. Просто возле него стоишь и бьешь босса. Пойти. Так, геры у нас нету. Чек даю. Обжорство, все были готовы, поехали. Мобов вот этих слева, которые двоих РДДшники залили, сразу резко, блядь. Все, поехали по боссу. Разноси грозу. На ком гроза, вы пробегайте мимо наших людей, блядь, ну, мимо рейда, блядь. Это на них кидают баф, который апает урон. На месте не стоим, прыгайте, чтоб стаков не было. Вставайте лучше. Появилось... Ну, идите в белый, блядь, становитесь в него. Сейчас дам вам. Этот я разверну босса. Так, кинул истребителя. Все, лучше межу поставлю, будет перебегать. Дай сюда. Его. Разноси, разноси, разноси. Так, я прожался. Так, стали возле большого круга. Быстрей, возле большого. Сейчас ударит, зашли. Зашли, зашли, зашли. Хан, зашли, блядь, на круг. Ты меня не слышишь или что? Нахуя я говорил возле него стать, чтобы ты потом убежал? А знаешь, что написали на сервисе, на этом, на e-mail мне? Ну? Типа, наша система безопасности сочла некоторые ваши действия подозрителями. Ну все, разбанит. Я напишу, я ебал вашу систему безопасности в рот. Да, ну зашел на свой аккаунт. Это было такое, мне рассказывали, короче, типа на чужие аки часто заходят, кто их им пиздец. Какой часто, ебать, это второй аккаунт, который зашел на этот сервер. Я хуй знаю, я не знаю. Я на 10 аккаунтов захожу каждый день. Дали возле большого, сейчас он уже умрет. И мне кажется, если бы я, блядь, не подтвердил его нахуй, ну, так вот, мне кажется, сейчас сказали бы нахуй подтверждать, дружок. Танковская пуха, танковское кольцо говняное. Это хуйня, ебать, короче. Я больше ебал на чужаке заходить. Ну, нахуй. Надо просто самому себе аккаунты регистрировать, а не хуйню заниматься. Разгонит маршрут смерти. Так. Ролим пушку танковскую. Ты бы регал новый аккаунт, если ты на этом аккаунте играешь 10 лет уже, блядь? Если я не знаю аккаунта, блядь, я не уверен, что его могут спиздить, если честно. Конечно, я бы не играл, блядь. Кого спиздит? Ну я ебу, блядь, ты говоришь, что у меня к нему доступа нету, блядь. Кто его спиздит? Это второй танк. Почему? Паладин, жрец, чернокнижник, штаны, быстрей. Воет. Твой мой еще чё, блядь. Второй ролл, считай его. Да, да. В смысле, нихуя. Почему-то два раза щелкнулась мышка. Ой, Егор, пойдешь на остров? Так, лук. Лук нужен кому-то? Че, я могу пулять мобов или нет? Нет. Так неинтересно. Так, рога, держи. Штаны. Разбойник, рыцарь смерти, маг-друид. Сильно надо. И мне сильно надо, ролим, блядь.
Сейчас два нахуй, проверяй, блядь. Хопа, блядь, сосака Олеговна нахуй, блядь, батя в здание, алё, блядь. Все мне эти штаны дают. У тебя четвертый будет, да, кусок? У меня третий сейчас вот. Мне нужны теперь плечи. Ну, в идеале плечи. Можно и руки, на принципе. У меня плечи синие 200-е, блядь. Егор, ты здесь? Так, поехали, блядь, вот этих мувов ебаных пуляем. Пуляем. Так я не понял, подозрительными действиями, блядь, это какие считались? Вход на Лёшин аккаунт, блядь? Да, ну получается так. А какое нахуй отношение Mail.ru имеет ко всем остальным аккаунтам, я нихуя не пойму, блядь. Типа у меня началась хуйня, только я только зашел на его аккаунт. Я зашел на нее, про меня сразу выкинуло. Я так понимаю, система безопасности нахуй сработала, не понимаю, как-нибудь, меня забочили на этот тарелку. Хант, подальше стань, ёбаный ты гусь. РДД во время, блядь, убийства вот этих мобов, ребята, я ж, блядь, говорил еще сразу, блядь. Стоят на максимальной РНЖ. Вы близко вот стоите, получаете пизды, блядь. О, видишь, как заебись. Прекрасно. Ой, вообще, блядь. О, сука, класс, нахуй. Спасибо, пацаны, спасибо. Еще момент. Их надо, блядь, убить одновременно, нахуй. Там просто сверка была, и еще берса да была. Да похуй на эту сверку, залетайте в оранжерею жизни, блядь. Нахуй вообще этих мобов сейчас начали бить, я в душе не ебу. На Тарима идем. Починились все об толстого, блядь, нахуй. Залетайте в оранжерею жизни. Пойдем на Тарим, там один моб тоже остался. Да, а с тех, что в коридоре ходят, это тоже один моб? Там всего лишь 4 моба, пойдем. На оранжерею жизни больше. Пошли на быстрее, залетели все тут, поставили рыбу, быстро, 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 не теряем время, нахуй, мы катаем вату, нахуй, больше, чем бьем боссов, блядь. Чем Мирона хрень будем бить? Да, да, мы и Алгалона убьем, и Йога плюс 0, все убьем. А Алгалон второй танк кто будет? Ты в соло затанчишь. Думаю, блядь, ты ровный дох, а ты не понимаешь, нихуя. Ну так неинтересно. Быстрей, да, каска, лапа. Тоже можно паука поиграть будет. А? Паука хочу уже поиграть, надо. А 5 числа, кажется, отлично. Поехали, миль РДД, стоим на макс РНЖ. Макс РНЖ это метров 30, Женёк, а что у тебя не получается? У тебя макс РНЖ это? У нас уже 23-й, да, вот? А? Да ничего. Блядь, а приятно уже такие цифры от Игнайта, стаки 6К, блядь. Хорош, блядь. Так. Цепляй мобов, пиздим их просто. Только глубоко не заходи туда. Я понял, блядь. Они просто не бьют, иногда агрятся. На пульте на него нормально. Мне кажется, ему катить придется или войско сдать. Рокотанов, ебашь ты сначала? Ротаны сейчас на нем настакают. Звездочку бейте все, потому что он стакает на танке хуйню, он потом будет въебало больно получать. Быстрее звездочку залили, и второго точно такого же моба, который стакает, сразу залили. Милики, соответственно, максимальный клиф дали. Трапа, хуяпа, там все, все дела быстренько. Космополит, да, и это? Корни пара. Мы тебя не спасем, давай им аколы. И беги нахуй. Ребят, давайте. Короче, печеньку да. Быстро залили. Покайте просто их и все. Зачем ты их забираешь? Док, ты да забей хуй, бегай просто. Все, я приморозил, бейте печеньку быстрее. Все, на мне, кстати, кончится. Кончится, смотри, здесь. Взял контракт, Док? А? Взял контракт? Нет, я только квестики сделал. Пастер, ты пойдешь? Да. Мне и на варе, и на этом надо. Я тоже пойду, мне тоже на варе надо будет контракты сделать, так что мы пати соберем свое, по фасту закроем, блядь, за 10 минут все квесты, блядь, все контракты, блядь. Мне на 2 чара надо закрыть. О, нерд стайл палом пойдет, все. Ты ДЦ хочешь пойти, Хау? Да. Ну все, сделаем. У меня там 180 баджики. Так, а ну, давайте поделим сейчас. Танк, значит, идет в туннель. Слава идет с ним.
Дай руку. Я тоже в туннель. Хант с вами пойдет туда. Подожди, блядь, не отвлекай нахуй. В чей ты собрался туннель? Так, сделаем вот так. Хант там сдохнет, боюсь, нахуй. Да-да-да, в этом я и боюсь. Ну и шо, а зачем он тут нужен, блядь? Ну ему сало похуй, он просто стрелять будет по мобам. Ну и все. Так, вот так. Вот так. Слава идет с нами туда. И пускай с нами туда идет. Пускай с нами туда идет шаман. Подожди, что-то, блядь, не то чуть-чуть. Ага, вот так. И этот с нами сюда идет. Космополит, рекаунт, рога, обжорство. Блядь, что-то все равно не так, нахуй. Ты во втором пати, ты же идешь в коридор? Вот так сделаем. Пускай оба тут остаются. Таксиген, Войд, Тью, я и ты, Дох. Мы идем в коридор. Остальные остаются тут на арене. Стоите в середине комнаты и бьете. С этот, по возможности, там космополит, если что, в медведя прыгнешь. Если там уже надо будет с кого-то мобов позабирать. Они тут лускаются, блядь, как говно. У них там вообще 0 хп, блядь. Мобов бить, что делать, блядь? Женек, нахуй ты меня задрачиваешь, блядь?